Евросоюз изучает возможность направления в Молдову миссии в рамках общей политики безопасности и обороны. Об этом стало известно по итогам встречи глав МИД стран ЕС в европейской столице. По определению Европейской службы внешних действий, также миссии могут быть как гражданскими, так и военными. Еврокомиссии заявляют, что Брюссель поддерживает Кишинев через Европейский фонд мира. Напомню, ранее 40 миллионов евро из этого фонда уже были направлены для сил безопасности Молдавии.